Хотелось бы несколько слов сказать о нашем форуме. Во-первых, большое спасибо организаторам за возможность принять участие в нем. Форум действительно очень серьезный, охватывает большое количество вопросов. И в частности, сейчас прошла сессия по реструктуризации финансовой санации, досудебной санации. Выступая с докладом о досудебной санации, я высказал целый ряд идей, которые связаны с этим вопросом, а именно то, что тот порядок, который разработан Высшим хозяйственным судом, к сожалению, не отвечает тем нормам закона, которые есть. Он носит расширительный характер, и из-за того, что он как раз носит расширительный характер, финансовую, досудебную финансовую санацию ввести невозможно. Связано это прежде всего с вопросом конкуренции норм, конкуренции исполнительных производств, чего нет в законе. Связано это с проведением определенных положений собрания кредиторов, определенных процедур, которые предусматривает окончание самой досудебной санации. В частности, досудебная санация ни в законе, ни в порядке не носит характера окончательного документа, то есть мы не знаем, чем заканчивается эта досудебная санация, либо вступлением в процедуру банкротства, либо восстановлением платежеспособности должника. Эти вопросы требуют в обязательном порядке доработки и как с точки зрения самого закона, так и с точки зрения порядка. И я хочу надеяться, что законодатель в ближайшее время внесет изменения в закон, что такой порядок должен разрабатываться не органом судейской власти, Высшим хозяйственным судом, а именно непосредственно либо кабинетом министров, либо государственным органом по вопросам банкротства.